Я сейчас хочу вам показать фильм. Все спрашивают, а какая сетка идет на скульптуры? На вот эти все работы, которые мы делаем. Вот посмотрите, есть вот такая сетка, я вам близко показываю, не знаю, насколько это видать. Вот смотрите, видите, сетка вот такая вот. Сколько здесь? Здесь, наверное, 5 миллиметров, может, 6-7 миллиметров ячейка. Ну, я где-то читал, не знаю, насколько это правда, но эта сетка называется тканная. Или я что-то путаю. Ну, вроде как я считаю, что она тканная. Вот, ну, она, видите, как будто вязаная. Ну, есть такая сетка, точно такая же, ну, только толще проволок. Это, наверное, или миллиметровка, или 0,8, не знаю, ну, есть толще. Толще, конечно, получше, но она гораздо дороже. Сетка вообще, ну, нереально дорогая. Вот, посмотрите, помимо этого, вот сейчас покажет шоколад, покажет, как резать эту сетку. Смотрите, видите, есть ножницы, и он вам, он берет, вот так режет ее, и, смотрите, вот, покажи ножницы, какие, вот мы такими ножницами, обыкновенные ножницы, и, ну, режем они, ну, правда, они быстро выходят из строя, то в грязь, то, ну, ну, видите, смотрите, ну, в принципе, хорошо режет эти ножницы. Вот смотрите, красиво она порезалась, без проблем. Шоколад, возьми как-то, вот это, обмотай в любом месте, просто покажи, как, ну, кусочек, просто даже ее без подвязки. Вот так, по длине. Так, по длине поставь. Смотрите, о, видите, смотрите, в перчатках он ее берет. Ну, вот эти перчатки хорошие, ну, да-да, вот так, замотай в любом месте. Вот так вот. Вот так он берет, о, видите, как красиво, он очень опытный, быстрый. Все. А теперь где она провисает, возьми проволочки. Покажи, а где вы проволочки берете? Как ты, покажи, как ты ее берешь? Ну, можно покупать вязальную проволоку. А вот смотрите, вырежи ее просто. А вот, смотрите, вот она, и рассоедини. Как ты ее рассоединяешь? О, видите, все. Просто он набрал, порезал. Из той же сетки он и берет. Привяжи тот кусок. Вот он взял специальный фрагментик. Ну, это на скульптурах мы мелко режем. И вот так он ее подвязывает. Подвязывает там, где надо, где... Вот покажи, где она оттопырится. Ну, видите, он так натянул, что ему фактически даже вязать не надо. Ну, вот он, вот пацаны, вот здесь... ну, вяжет снутри, потому что удобнее, она как бы обтягивается. А здесь, смотрите, какая хитрость. Ну, здесь они повяжут сетку, раствором помажут сверху. Слушай, нету раствора, ни ведра, ничего. Посмотри, может, где-то пол ведра где-то найдешь. Мы покажем, как мажем. То... А кидать они потом могут и снаружи, потому что сетка должна быть в бетоне, и можно снаружи, и снутри, поэтому это здесь просто. То здесь проблем нету. А когда внутри скульптуры возникает очень много проблем. Видите, он крючочек делает, только раз его, и он, ну, они уже настолько... Все, ну, тоже и пальцы надо, и... Вот. Есть даже такой прибор, который... сетку эту подтягивают, там я не знаю, как он называется, но я что-то им, мне дома валяется, но что-то я не привык. А многие крючками такими вяжут. Ну, специалисты, которые железобетонщики. О, найди мастерочек, а ты есть мастерок? Бабо, мастерок, а бьёр? Бабо, давай, Дима. Где, бабо, мастерок, бьёр? Давай, бегом. Давай, Дима. Эй, давай, тебя давно люди не видели. Покажи, как мама. Ну, вот видите, они стали буквально там, ну, и вот смотри, какой кусочек. Сюда подтяни, и прям с этого. Вот сейчас Бубо покажет мастер-класс, как помазать. О. Бубо, зачем спиной ко мне стал? Как я тебе кино буду снимать? Бубо, задницу не снимай, повернись сюда. Все, повернулся, что ж я тебе... Народ уже говорит, куда Бубо делся, почему настройки его не видно. Вот, смотрите, раствор густой, и он как пластилин. Смотрите, видите, все. Бубо, развернись, ну, покажи личико, понимаешь? Вот, смотрите, он мастерский, раз-раз, быстренько чик-чик наложил. Красиво делает, чтобы народ порадовался. Все, Бубо, не артист нафиг. О, отсюда вот. О.
Я бабу по-русски говорю, русский телезритель, они не понимают. Говорит, что ты делаешь? Мазать. Вот, а так вот он пошел. А бабу уже и сварщик, и на сварке, и вот это и мажет, вяжет, и на бетономешалке лучший. А потом завтра все пускай. Ну, в принципе, страшного ничего нету, на таком вертикали это быстро делается. Вот пацаны сразу вяжут, и, ну, завтра мы ее замахаем, а там послезавтра, я думаю, что и этот цветочник сделаем. Я потом отдельно покажу, что это будет. Вот так оно вязко, подвязка. Вот это первый слой положит, а потом чистовой мы сделаем. Ну как, черновой, вернее, еще в черновой подброску, потом чистовую. Потом надо будет гидроизоляцию здесь сделать, землю насыпать. Ну вот и все. Покажи мастерок, каким ты мажешь. Мастерок так покажи. Вот. О, видите, вот такой мастерок. Бобо его сам сделал. Он такой, о, класс, видишь, какой красивый. Ну вот примерно вот это вот, смотрите, вот это будет такая чаша. Мы сегодня ее после обеда начали варить. Сварили такую чашу. Это будет оригинальный цветок, цветочник. Вот это сейчас завтра фундаменты кинем. Да, вот это фундамент, это будет там проход оставили, чтобы люди лазили. Вот здесь видно. Завтра, короче, уже сегодня поварили, подвязали. И вот это ж... И потом здесь на цепях что-нибудь что-то намутим. Такой оригинальный будет. Место для цветов. Здесь цветы будут жить. Сюда земли за, ну, завтра забор поштукатурим. Тоже, наверное, сделаем циррозитом, чтобы гидроизоляция была. И ну, я не знаю, наверное, не особо видать, но ну, уже скоро будет видать, как мы этот цветочник. Вот оно так выглядит. У нас даже подброс какой-то сделали. Вот такая чаша будет, она будет такая сложной формы. Ну, непонятно, что-то наверху еще будет. Ну, вот здесь немножко цветочник покажу. Смотрите, вот видите, это будет место, вход в параллельный мир. Как попасть на Мальдивы? Через эту щель, или как там, разрыв, вот этот техноразрыв, это портал. Как можно попасть на Мальдивы? Там будет видно пальмы, море, там кто что... Что мечтает. Вот типа вот такой вот интересный интересная композиция. А здесь вот это будет продолжение, этот цветочник, такой громадный цветочник. Я еще такой не делал, но вот сделаем, посмотрим, потом покажу, какой будет готовый.